Всех приветствую на канале Домашний Аквариум. Сегодня хочу показать компрессор, который я поставил себе. Это не в качестве рекламы, а просто так как я себе его покупал, отснял распаковку, ну и решил выкинуть на YouTube. Вдруг кому-то понадобится. Итак, компрессор KVZoom M102. Максимальная скорость потока 138 литров в час. Компрессор наружный. Максимальная мощность 1,8 ватта, размеры 10.9 на 6 на 5 сантиметров. Рекомендованный объем до 60 литров, у меня немножко больше. Также на компрессоре есть крепление, чтобы повесить его на стену, так я и сделал. Кнопок никаких нет, он просто сделан в виде компьютерной мышки. Довольно-таки тихий по сравнению с теми, которые у меня были до этого. Правда, если ставить кран на него и не полностью его открывать. В принципе, компрессор мне понравился. Как вы видите, компрессор работает с планкой 15 сантиметров, которая распыляет воздух. Ну, сама планка мне не очень нравится, но вы можете посмотреть пример, как это выглядит в аквариуме. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и спасибо, что делитесь моими видео с друзьями.